Поки Байден животворяще відходить від того, що накоїв останніми днями в Україні, американські сенатори на чолі із республіканцем Рубіо надрукували досить цікавий і передбачуваний папірець, який підкинув адміністрації 46-го ще більше грязної роботенки. До Конгресу внесли проєкт санкцій проти РФ через Навального. Якщо грубими мазками, то у тексті йдеться про візові обмеження і замороження активів чиновників, які б могли бути причетними до отруєння Льоші. Моя фамілія Навальний. Законопроект закликає адміністрації визначити, чи Кремль порушив закони США, що забороняють використання хімічної та біологічної зброї. Законопроект також вимагає звіту про вбивство російського опозиційного політика Бориса Німцова та про особисте багатство, накопичене корупційною практикою Володимира Путіна та його найближчого оточення. Але, схоже, найближче оточення А поки не читало цього документу, або ж Б готує інформаційне підґрунтя для чергового контрнаступу. Он на Russia Today нові вакансії відкрилися. А также предлагаю работу. Сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским. Всем журналистам, технарям, операторам и прочим, кому остохренело работать против своей страны на разных помойках. Кто готов работать честно на свое государство и разделяет нашу редакционную политику. Ты тупая пизда. З астахренітельністю роботи проти власної країни Марго поспішила, бо борсуються. А зивнобачний комплімент у сторону 112-го Ньюзвану та Зіку – лише плюс один до карми. Ти дурак? Це Юрга Грищак, Вісті Кремля і Лайкос в хату автоматом. 99-го року на широкі екрани вийшла стрічка Девіда Фінчера «Бійцівський клуб», знята за одноіменною книгою Чака Поланіка. Сказати, що фільм став культовим – це не сказати нічого. Історія про Едварда Нортона, в голові якого жив свій персональний Бред Піт, зайняла 10-те місце серед переліку найкращих фільмів усіх часів і народів. Але виявилося, що на Росії є свій власний Тайлер Дюрден. І мало того, що є, то він надзвичайно багатий, майже як Гарун Аль-Рашид. І ще ідеально вміє робити те, що у злочинному світі називається «взяв провину на себе». Вот это да! Нравится? В конце прошлой недели видео Лехи Бутербродного о дворце ВВХ пересмотрело 100 миллионов человек. И власть Запоребрика наконец поняла. Действительно, пришло время столь масштабного отмазывания, которого еще не было в истории Московии. Началось все с провластного Мэша, который каким-то чудом попал на секретный объект. Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть. Фасад здания на 10 из 10, он полностью закончен, на стенах виден мрамор. А что внутри? Внутри все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванны, иногда даже гардеробные. Затем плебсу бросили традиционные затравочки. Я не понимаю, почему до сих пор официально не назван владелец всего этого добра. Короче, хозяева, будьте добры, отзовитесь. А дальше в действие вступил традиционный общеимперский развод лохов. Разводили по полной с помощью всех государственных телеканалов. Вместо частной резиденции – гостиница, вместо шикарных интерьеров – неотделанные стены, а вместо бдительных сотрудников спецслужб – приезжие строители. Так называемый «дворец в Геленджике» – предмет громкого интернет-расследования, которое наперебой цитируют западные СМИ, открыл двери для специального корреспондента «Вестей». И в результате оказалось, дворец вовсе не деда, а его. Этот человек – Аркадий Ротенберг. Бизнесмен, чьи проекты у иностранных политиков часто вызывают санкционные судороги и припадки экономической ненависти. Большая стройка под Геленджиком – тоже его. Правильно гласит старая поговорка – не имей дворец за 100 миллиардов рублей, а имей Аркашу Ротенберга в друзьях. Аркадий Романович, стало известно, что вот обсуждаемый сейчас обед под Геленджиком принадлежит вам. Да, уже теперь это не секрет. Ведь на кого еще такую махину за 100 миллиардов можно повесить? С верным хорошей Аркашей никто тягаться не сможет. Когда я приобретал это, у меня была мысль сделать там апарт-отель. И я к этой мысли двигаюсь и пытаюсь это сделать. Там шикарное место, там, конечно, есть очень много сложностей. А какой план хитрый? Мол, до сих пор не признавался, что это его дворец, потому что просто скромный по натуре. И тут на тебе его гнездышко.
Я вас приглашаю, приезжайте, когда мы уже достроим. Короче говоря, прикрыл друг Аркаша, друга Володю в лучших традициях. А главное, масштаб-то какой, преданность-то какая. Теперь Аркаша, как честный человек, должен взять на себя и другие пынины грешки. Многоженство деда – ложь, это Аркашины жены. А Кеннеди, точно его Аркаша шлепнул в 63-м. Ну и куда ж без классики. Ты убил моего отца? Нет, я твой отец. Да и вообще, самая большая загадка в истории московицкого кинематографа решена. Допивая вторую бутылку, я признался, что Бобков Гена – это я. Гена Бобков – это я. Поэтому уже в ближайшее время ожидаем новые сенсационные открытия, потому что скоро окажется, что дед не совсем дед. Як відомо, Гергульф із 1985 по 90-й шпигуном підпрацьовував у Дрездені. За цей час Вальдемар Вальдемарич не лише мову німецьку вивчив. Що-небудь так, лібе фойнде? Але й ознайомився з іншими традиціями, про які, наприклад, в одному відомому фільмі розповідав Льоша Навальний. В 19.45 Владимир Владимирович Путін починає плясати, тому що в 19.45 танці. Пройшло чимало часу, але, скоже, діда пам'ять не підводить. І пильне око шпигуна саме ліквідує провали щирліців. Пока в Москве безкультурная чернь на выходных шастала городом без какой-либо цели, самый вежливый человек целой страны пошел в музей. И не обычный, а музей Победы в Москве. Бомбардировщики сквозь пробитые снарядами крыши домов. Еще не просто посетил, а остался в восторге. Круто. Ахуенно, братан! Одним словом, дед рассыпался комплиментами. О, все, пока Пеня не нашел ложку дегтя в бочке Победы. В реконструированном венском кафе надзирательница что-то нашептал на ушко. Конечно, мы могли бы подумать, что Владимир Ёршикович хочет женщину поразить своим интеллектом. Покорить даму сердца любовной лирикой. Сними трусики. Или посвятить ее в свою любимую мантру. Российских войск на Украине нет. Но нет, ВВХ говорит что-то другое. Как знаток австрийских традиций, Путин, конечно, мог рассказать о приветствии «Грюс год». И шепотом рассказал, что австрийцы приветствовали бы иначе. Но с чего бы эта надзирательница опешила и стыдилась повторить? Какое слово ты все-таки он посоветовал? Приветствие. Ну, да. Вот как оно прозвучит? Я выучу это, да, слово. Обычное приветствие. Грюс год в переводе приблизительно «Боже благослови». Поэтому, вероятнее всего, Путлер в Музее Победы нашептал другое победное приветствие уроженца Австрии. Революція хризантем триває на Росії. Тисячі людей цими вихідними вийшли по всій федерації, аби підставитись під поліцейські кийки та провести незабутній час в автозаках. ОМОН на прохання люб'язно відкликнувся і не стримував себе у побиттях та затриманнях. Щоправда, аби хоч якось виправдати жорстокість в очах світової спільноти, у Кремлі скоже вирішили звинуватити у всьому самих протестувальників. І вийшло прогнозовано погано. В минувшие выходные в России было интересно. Имперские штурмовики, может, по Питеру и не гуляли, но ОМОНовцев на очередной антипутинский протест власть согнала действительно много. И это количество ОМОНовцев дело свое сделало. За день акции задержали тысячи людей, которые решились выйти на митинги. И полиция себя не сдерживала, действовала жестоко и хватало всех без разбора. Смотри, что иди сюда! Да, жирный! Не спустился! Сюда пришел! Нет! Я тебя сейчас сам спущу!
И здесь, в принципе, ничего нового. Поведение митингующих тоже не слишком изменилось. Протестующие в основном дальше дают себя бить и задерживать. Впрочем, попытки сопротивления полицейскому произволу таки начали появляться. На что полиция отвечает еще большим насилием. Стоит вспомнить хотя бы недавнюю историю с Маргаритой Юдиной, которую ОМОНовец ударом ноги в живот отправил в реанимацию. Еще тогда мастер ректального кунг-фу Соловьев попытался повесить ответственность за это на саму женщину. Мол, спровоцировала бедного ОМОНовца, который, не жалея резиновой дубинки, защищал покой граждан. Точнее, одного гражданина. А к этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов. Идея в Кремле, похоже, понравилась. И там поняли, их спасет... Поэтому, недолго думая, россиянам показали это. Ну, что тут сказать? Оскар! Оскара! Конечно, что это нормальное поведение протестующего. Самому напасть на кучу полицейских в доспехах, при этом демонстративно остановиться и достать у них на глазах биту. Это мы уже молчим о том, что парня некоторое время снимали, пока он просто шел. А задержание больше напоминало показательное выступление. Поэтому похоже, что это просто постановка. Причем сделана она, как и все, что делается в России. Через жопу. Колись у Радянському Союзі новорічні утренники були дуже вагомою подією. Костюми могли виготовляти всією родиною, шили їх, шукали маски, власноруч майстрували заячі хвости. Тепер в Україні, де немала частина населення ностальгує за СРСР, прийшло покращення. Новий рік місяць, як минув, а гуляння тривають. Більше того, костюмами та масками головних акторів забезпечує держава. Вони вже не зайчики, не лисички, але тим ностальгуючим виступи все одно подобаются. Одно из самых популярных шоу на российском телевидении – «Маска». В апреле оно стало самым популярным среди всех развлекательных шоу на ТВ за последние 4 года. Финал музыкального шоу посмотрели почти 7 миллионов жителей России. Там есть все, что нужно скрепной душе. Киркора, Валерия и бессмысленные развлечения, которые задержат россиян у телеэкрана в промежутках между Киселевым и Соловьевым. А те, кто находит в себе силы оторваться от зомбоящика и выйти на улицу, попадают в другое шоу, но тоже «Маска». Его герои могут благодарную публику и ногой в живот, и дубинкой по голове. Маска на таком мероприятии – это признак участия в банде. Шутка. Ну, конечно, шутка. Люди в масках – это самые верные приспешники богопомазанного. Один из них стал звездой. Фотографа Дмитрия Маркова, известного работами с «Вдудь» и другими популярными проектами, тоже упаковали. Он не растерялся и в застенках сделал классное фото для Инстаграма. Публике понравилось, захотели усовершенствовать. Ведь любовь к лидеру может быть не только у российских силовиков, но и у других персонажей. Другие акцентировали на упоротости композиции. В конце концов, пропутинский ОМОНовец в маске стал фактически новым супергероем России. Или супергероем новой России. Его нужно слушать и им нужно восхищаться. Потому что может оказаться, что его заслуга является и величие России в балете, и в хоккее. Он покорил космос и победил в Великой Отечественной. А в конце, когда все будут молиться на этого героя, конечно, окажется, что все это подвиги, которые и Гераклу не снились, совершил он. Владимир Владимирович Путин, Владимир Красносолнышко. Потому что говорим ОМОН, подразумеваем Путин. Говорим Путин. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
Володимир Вольфович завжди допомагав плішивому фюреру і лише зараз, схоже, вперше його підвів. Сотні тисяч, мільйони поліцейських кіків хором намагаються достукатись до людей. Цими мітингами ви нічого не доб'єтеся. А старий прожжений алдеперівець тут зненацька таку реакцію на протести придумав, що вони тепер можуть не спинятися, поки не доб'ються легалайзу одностатевих шлюбів і, що найнереальніше на Росії, вільних виборів. Когда число арестованных пошло на тысячи, даже опытному гибисту не совсем понятно, что делать. Приходится слушать совет от старейшин. Ну что же, заслушаем клоунов. Владимир Жириновский критикует власть с высокой трибуны. Вы что делаете, Единая Россия? Вас же проклянет весь народ наш! Все вас проклянут! Но когда доходит до дела, то к президенту у него одно отношение. Боже, царя храни! В оппозиции другое. Этот Алёша анальный фамилию? Анальный Алёша. Мог бы и сам своими туфлями разогнать все эти митинги, но вместо этого у него возникла интересная идея. Давайте во всех крупных городах откроем публичные дома. И эта молодежь, они в основном не женаты, холостяки. И часть энергии они оставят там. То есть политический кризис лидер одной из парламентских фракций предлагает решить... Таким путем. Это гигант мысли. Киса? Отец русской демократии. Идея, возможно, сырая. Коллеги могут ее усовершенствовать. Официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. А патриоты, да, ведут до идеала. Моего сына одевают в костюм Путина, и люди становятся в очередь, чтобы насиловать моего 4-летнего мальчика. Хотя в целом идея неплохая, проверенная годами. Обещали перестройку. Где она? На всю деревню ни одной проститутки. Сам законодатель очень часто говорит на эту тему. Знает терминологию. Вот проститутки, они мужчин делят на две категории. Я это узнал буквально вчера. Гимназисты и ополченцы. Гимназисты, когда всю ночь от гимна до гимна. 12 часов гимна в 6 утра. А ополченцы, когда один раз. Вот палка. Нововведение запишут как борьбу с безработицей. Квалифицированных кадров, как показал еще чемпионат мира по футболу, хватает. Идем паться с мексиканцами. И несмотря на кастинги, которые проводил Жирик, товара будет на любой вкус. Минетчики, чертовы, анонисты. Социальная составляющая очевидна. Можно льготные билеты продавать. По студенческим, пенсионерам с 9 до 11 утра скидки. Это же достижение. Это огромный успех. Власть, несомненно, инициативу поддержит. Путин может даже своих невест на работу устроить. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. А Вольфовичу наконец-то пригодятся офисы его партии. Он их откроет по всей России. Придется разве что небольшой ребрендинг сделать. Он все равно давно напрашивался. Ну, ведь к либерализму и демократии эта партия никогда не имела никакого отношения. Мало хто знає, але у 2015 році на Росії воскресили піонерію. Тоді за указом великого і жахливого там створили російський рух школярів, головною задачею якого визначили формування лічності на основі присущій русскому обществу системи цінностей. Піонерський рух, якщо хтось забув, називав себе школою комуністичного виховання, тож великої різниці тут немає. Втім, у Кремлівську вже вирішили, що цього замало, і прийняли рішення направити у школи ще й старих добрих политруков. Как бы ни старался дедушка Гульфик понравиться молодежи, как бы ни целовал мальчика в живот, как бы ни рисовал школьникам котиков, это на память. Кошка, видите, сзади. Какие бы мудрые советы им не давал, так же, как и вы, стоял перед выбором, что мне делать, куда пойти, кем стать? Дети его все равно не любят. Лох! И не только взялись массово снимать его портреты в школах и менять их на фото Навального, но даже ходят на митинги против его пынейшества. От 10 до 20 тысяч рублей придется заплатить родителям за своих чад, которые приняли участие в митингах 23 января. Такова сумма штрафа за 9 подростков, в отношении которых возбудили административное производство. Всего же было задержано 12 детей, которым еще не исполнилось 18. И чтобы остановить это безобразие, в Кремле не придумали ничего лучшего, как ввести в школах должность политрука.
Ну, так, чтобы маленькие россияне с детства привыкали к армейским реалиям. И хотя называться школьный замполит будет советником директора по воспитанию, функции у него будут те же. Промыть мозги школьников так, чтобы им и в голову не приходило восстать против власти. Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, и в том числе по поводу митингов. Ну и еще об одной важной функции политруков, пожалуй, не стоит забывать. Управлять заградотрядами и стрелять в спины тем, кто не захотел умирать за вождя. За однією з гіпотез, близько 4,5 мільярдів років тому Землю атакувала протопланета Тея. Після цього шматки відкололися і сформували на орбіті просто місяць. Це доводить подібність у хімічному складі в будовах місяця та Землі. Можливо, це є основною причиною, чому першою ногою на місяці була саме американська, а не нога доблоносного радянського космонавта. Звучить як маячня? Ну, зараз перевіримо. 1 декабря китайский аппаратчанье 5 сел на Луну. Там собрал образцы почвы и капсула успешно их передала на Землю. Американцы почти полвека как ступали на поверхность Луны, но обещают с этим покончить уже через 2 года. Тем временем, примерно такая программа по освоению спутника Земли Роскосмосом. Хоть Рогозин и компания никогда в лунной гонке не участвовали, но зато гордо из нее вышли. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда. И это правильно, учитывая, что к Венере лететь гораздо дольше и дороже. Россия отправит на Венеру собственную экспедицию. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он назвал Венеру русской планетой. Ну, не уточнил, почему именно. Зато рассказал, что специалистам предстоит заняться на планете поиском жизни, согласно последним исследованиям. Так что мастеру по закапыванию бабла Рогозину действительно Луна просто неинтересна. Но ведь что там интересного может быть? Ни дворцов, ни нефтедолларов, нет даже любимого россиянами призового фонда «Поле чудес». Луноход! Про мертвих або нічого, або про Путіна. Пояснюю на прикладі російського парламенту. Наприклад, не стало одного із депутатів – Вахи Агаєва. Перед смертю він якийсь час лежав у комі, але паралельно голосував у Думі. І кажуть, що після смерті російський депутат, наче курка з відрубаною головою, може ще кілька тижнів бігати і голосувати за ініціативи Путіна. А всім цим шапіто керують двоє. Верхньою палатою – Валька Полстакана, а знизу прилаштувався не менш цікавий персонаж. Никто уже и не помнит, как звали спикера Госдумы в допутинскую эпоху. Теперь он из кожи лезет, чтобы продемонстрировать, чей он халуй, Володин. И нефть, и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. На этот раз под горячую руку спикера попали новейшие враги России. Наверное, Володин в байкеры собрался. Те, кто задевает эту русофобию, русофобию задевает. Вот это. Даже риторика похожа, как у хирурга. Доиграйтесь. Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям. Где-то на Западе вздрогнули все эти Меркель с Байденом. Никто не ожидал под старость лет под криминал попасть. Да еще и в России. Еду в Магадан. Грешно смеяться над больными людьми. Теперь, по крайней мере, понятно, почему для простых верноподданных железный занавес, а для Володиных с Медведевым дипломатические паспорта. Будут ездить, повестки вручать. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Единственное непонятно, почему будут наказывать за призывы ввести санкции. Все эти ограничения пошли на пользу нашей экономики. Если санкции – это для российской экономики как манна небесная. Они сами не понимают, чего они хотят. И кого это вообще тот Володин привлечь решил? Было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Не может быть. Ведь не зря Володин – это анаграмма от Володи Ленина. Кажется, кто-то здесь царя решил сбросить. Но все знают эти современные российские революции.
посветили фонариками и в стойло. Еще 5 лет слушать из зомбоящика, как плохо в Украине и Сирии. Той, хто стверджує, що російська влада практично ігнорує вуличні акції протесту, маніпулятор і брехун. Он Пісков відкрито переклав провину на затримання протестувальників на самих протестувальників. Никаких репрессий нет. Пескова спросили про концлагеря для задержанных на акциях. Он ответил, что во всем виноваты сами протестующие. Під'їхала і свіжіша новина. Росгвардія за 247 мільйонів рублів закупила нову партію транспорту, що використовується на акціях протесту. Але й це ще не усе. У Путіна віднайшовся ще один козир у рукаві. Шістка, звичайно, але все ж... Если бы современные протестующие были знакомы со советской мультипликацией, то пережили бы ощущение дежавю. Ёршиковая революция больше ёршиковая, чем революция. С одной стороны, лозунг «всех не пересажаете» похож на анекдот. А с другой стороны, надо это как-то завершать. Оппозиционер Жириновский предлагает один выход. Давайте во всех крупных городах откроем публичные дома. Эта молодежь, они в основном не женаты, холостяки. И часть энергии они оставят там. Но есть в России и другие оппозиционеры. Фигура вторая! Печальная. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал всероссийскую акцию протеста 23 февраля. Все думали, что Зюга уже где-то с Лениным бальзамный боярышник пьет, а нет, живой оказывается. Навальнята, пожалуй, обрадовались. Большевикам революции удаются. Вот только нынешняя КПРФ – это скорее контрреволюционная партия России. Нам притащили эту американскую игрушку, эту очередного папа Гапона, именуемую Навальным. А вот Пенни Зюганов принимает подарки и ходит с кремлянами на рыбалку. Лозунги у коммунистов готовы. СССР – Родина! Нынешнее поколение все равно не помнит, как было в Союзе. А советская модель – это очень правильно. Пенсии по карточкам, бензин по карточкам, продукты по карточкам, секс по карточкам. И все будут довольны. И главное – отвернут внимание от ёршиков. Выйдут 23 февраля с подарками, одеколоном Саша и носками. Да нет, одеколоном вряд ли. А вот носки подойдут. Носочная революция закончится компромиссом. Ведь добрый Путин с нормальной, заслуженной оппозицией всегда готов договариваться. Сдаются мне, джентльмены, это была комедия.